Так, здорово всем, ребят. Так, а что у нас тут с игрой? А, все понял, вот что у нас с игрой. Так, короче, ребят, пацаны тут черкать начали, первое ЗВЗ будет. Сейчас я тут одену кофтюху. Только перекусил, макарончики погрел. Сходил на турник. Пацаны позвонили, системник надо было вести, который чел со второго этажа выкинул, блин. Довез до чувака, должны затестить там все. Вот. Я думаю, что все затестят там. Не знаю, завтра успеют или нет. Завтра я в Москву вообще уже уезжаю, как бы. Вот. Прыгаем в игру. Я не знаю, какие там первые матчи. Solar Lamba. Вижу, Trumax еще должна играть тоже, ну хз. Так, ну что же, ребята, ломбарь против Солара. Посмотрел вчера сетку ШВЦС, сейчас вам покажу. Жаль Вердоса, конечно, прям вообще мне. Вот. Красавчик Hellraiser, ничего не скажешь вообще, молодец. Прошел, ну то есть прогнозы Вердоса сбылись, получается, да, как бы. Вот, но Вердосу чуточку вообще не хватило самую. Самую, короче, чуточку. Это очень печально, в общем-то.
Это очень печально. Хеллрейзер хорошо прошел, Вердос. 1-2 от Клема отлетело в очередной раз. Клем что-то хэппи выбил, но хэппи поехал, потому что Клему, короче, было мало лет тогда. Вот. Я даже вчера пришел домой. И даже спать легла уже. Я думаю, дай-ка посмотрю, что там за херь происходит. Встал, смотрю сетку, там Вердос Стар, там пока там мылся, что-то таки копошился, короче, хер, ну там занимался всякой фигней. Смотрю, Вердос Арта убил, начал смотреть матч этот за квоту. Первую, блин, Вердос улетел. Вторую взял. Хорошо отыграл. Ну, на минках, правда, подрывался постоянно там, но... Третью игру чуток не хватило, с двух баз задавил его Клем, блин, и ведь... Мог в третий Вердос победить, там были моменты такие переломные, конечно, когда... Не получалось, наверное, лишь нормально сдержать. Там в один момент дроп из трех или четырех мариков убил всех рабочих на мейне, то есть штук 15, как бы, и Вердос улетел из-за этого. Это была печаль полная. Ну что, ребят, Ламба против Солара. Ламба третью, вот где берет Солар стандартную, более берет. Там и там скорость, там и там Беллинг Нест. Нет, пока у Солара Беллинг Нест. Ламба пока Беллинг Нест не делает. А у Ламба, кстати... Не, у Ламба есть газ, кстати, на Беллинг Нест. Ну, у Ламба было рабочий, кстати, сейчас побольше недавно буквально. Но вот сейчас уже сравнялись практически. Ну, Ламба что собак больше. Закат собак начинает делать. Мэ, у него линги в роучи выход. Или что он собирается делать? Беллинг Нест вообще нет. Что-то и не планируется пока вообще. Хотел тут Ламба собаку убить, не получилось. Здоровый Илюх. Ну, вот это что было, собака просрал. Так, хорошая такая пачка лингов от Ламба бежит к Солару на третью. Начинает подгрызать 400 хп хати сгрыз до того, как она доделалась вообще. Ну, тут беллинги здесь нет. Я не понимаю, если вот в последнее время стали какие-то популярные подгрызы с сверхпоздним беллинг-нестом. Что мешает сделать, ну... А, ну это типа может задать... Вот это провал. Полный от Ламба был только что. Вы видели, сколько собак взорвалось. Что мешает сделать Беллинг Нест и также с парой Беллингов пытаться разменяться, как бы, вот я понятия не имею, если честно. Вот. Ну, либо тогда не надо таких ошибок допускать. Прибежал, держишь собак здесь, там, и все, и как бы и контролишь ситуацию. Зачем-то их сливать, непонятно вообще. Взял, все слил, блин. Так, ну тут собачки что-то, Солар готовит какую-то агрессию, похоже. Делает пару роуч по лимиту в плюсе Солар. Ну Ламба тоже заказывает рабочих, в принципе, как бы. Третью раскачивает, кстати, играют они на Корее. Вот это удивительно. Значит, Ламба, по-видимому, тоже в тимхаусе там тусуется, сейчас тренится, что ли, с европейцами там. Наверное. Я понятия не имею, честно. Ну и сейчас, смотрю, Ламба прям Солара обгоняет. Смотрите, по количеству рабочих. То есть у него сейчас будет просто 69 на 64. Но
По боевому лимиту проседает очень сильно Ламба. Пошел второй эволюшн. По таймингу скорости Роуч проседает. Соло сможет тайминговую атаку провернуть. Хорошую. 20 боевого лимита сейчас проседает Ламба. Соло 9 Роуч, у Ламба 0, у Ламба 9 заказано, у Соло к 9 еще 9. 18-9 в перспективе, как бы, да. Соло находит время, чтобы четвертую хату заказать. Ламба видит, что Роучи здесь достаточно много. Чисто боевой лимит надо строить. Три реводжера Ламба делает на всякий случай. Как я посмотрю. Рабочих у Ламба более чем достаточно. Грейды делаются очень хорошо. Но нужно выдержать будет атаку обязательно. Если атаку не выдержать, то тут ловить нечего, конечно же. Так, фаербол даже один задел оверсира, я смотрю. Слушайте, ну у Ламбы все прикрыто вроде как, ну вот она атака-то основная идет. У Ламбы, конечно, хорошие прям до заказа, 2-1 грейды делаются. Ну и здесь вроде как с лоу-граунда будет заходить Солорс, можно как-то грамотно фаерволы раскидать, попробовать держать его, Солора я имею в виду. Оп, Рэва же вперед вылез туда, ошибочка от Солора еще тут подъехала. Заходит он выше, фаерболы, кстати, залетают, бери все сюда, веди, что ж ты делаешь, Ламбыч. 138-154, Солор давит очень мощно, так я бы сказал. Грейды равные абсолютно. Прирост здесь у Ламба рядом, конечно. Вот он дрона вперед ведет. Попытки отбиться, вроде как дроны живут практически все. Фаерболы туда и сюда падают. Собаки здесь тоже прессинг выдержали. Вполне себе. Даров да хуже. Ну, ЗВЗ, короче, начинается. Что-то день начинается с ЗВЗ. Не лучшее начало, но это говорит о том, что конец дня будет хороший, блин, и у нас там не будет ни ЗВЗ. И в реальности тоже все будет норм. Я сегодня вообще видел, как... Три ила летали, строим у нас, к параду готовятся, похоже. Дали, правда, видел, но как построение они делали, видел. Прямо тут со стадиона хорошо видно было. Не успел я все скинуть на камеру. С камеры, точнее, на комп, как бы показал бы. Так, что-то на четвертой какая-то дичь. На третьей, точнее, базе. Пришли Роучи, Солора. Ламба уровень практически лимита. Сейчас, слушайте, Ламба тут плюс даже выходит. У него грейды лучше, у него броня есть вообще-то. Здесь королеву слил, но новую заказал нормально. Все функционирует. Слушайте, ну все делается. Вроде как бы Ламба жив. И... Так, погодите-ка, я включил твичи, ютубы всякие, не? Нет, почему я не включил? Я извиняюсь. Сейчас включу. Так, тут бой идет, извините, я твич рубил на секунду. Чтоб там это название поменять. Здесь идет мощный такой бой, смотрите. Ламба 20 дронов выводит. Нахрена он дронов-то сюда всех вывел, я чуть не понимаю. Он как бы Солора вроде пробивает, а с другой стороны я чуть не понимаю. Вроде и нет. Самое главное, что у Ламбы лучше грейды при этом всем были, как бы, но... Он еще и нихера Солора не пробил при этом. Все, что самое удивительное. Так, здесь надо обязательно контратаковать. Лимита Ламбы больше. Но только не надо вот так по отдельности сливаться ни в коем случае. Надо грамотный угол атаки еще взять. Ну, чтобы... Ну, с какого направления здесь вообще заходить, не понимаю. На ХГ здесь очень тяжело будет зайти Ламба. Солор мощные какие-то заказы делает. У Ламбы тоже есть, конечно, заказ. Меняется направление движения, пошли фаерболы. Ай, два роуча минус Солор делает Ламбу фаерболами чисто. Надо зайти так на ХГ, чтобы уже самому фаерболы. Короче, не хватает Ламбы, у него одни реводжеры. Рабочих вывел. Не понимаю, зачем он рабочих выводил. Неужели так мало его там было? Вроде лимит равный был практически. Чего он так боялся сильно? Я не пойму, если честно. Ну все, здесь уже обречен Ламба, у него экономика слабее, он пытается давить. Ну тут уже что тут уже продавить можно, вообще непонятно.
Соло уже вперед пошел, фаерволы падают, блокинги, гг. Так, сейчас я переименую YouTube, ребят. Ну все, все, переименовал везде вроде как. Вторая карта нам нужна. И чайми нужно как-то поставить. Нет, сегодня не до сов было, мертвых сов не находил. Вчера на брусья ходил, поймал мышь живую, чалик. Их слышат, как они бегают под травой. Копают в одном месте, там яму накопал. Я слез с брусья, смотрю, такая мышара бежит по траве, по сухой. Я хопа на нее так, на, ну, прыжок делаю, думал, она сейчас испугается, она бах, и такая, ну, типа, я слишком крупный, еще не знаю, был, не испугалась. Я ее попытался рукой, она хоп и вниз, как будто в нору. Я там смотрю, норы-то нет. А под большой сухой травой там же как бы можно под ней бегать. Я давай шуршать там, хопа, и она бах, мне прям в руку. Я ее взял, обожаю, конечно, ну вот. Жизнь, она прекрасна. Вот, будь то насекомое, будь то все что угодно. Поймал мышь, так за хвост она сидит, на меня смотрит. Наверное, в таких ситуациях, не знаю, какие там сигналы у них в голове, но подумала, наверное, что это большой дурак сейчас меня захавает. Я говорю, ладно, иди, братан, бегай там в травке у себя. Ну так, сноровку проверил. Раньше-то постоянно там в Мальской работал, там на лыжном зимой, короче. Вот, давно-давно там мышей ловил на склоне постоянно. В деревне тоже бывал, ловил. Так, ну что же. Solar 1.0, поехали, вторая карта. Бля, жесть, в Алжире уже 257 погибших от ИЛа 76-го. Алжирский вал сегодня. Как-то это дико вообще. Очень много погибло людей что-то. Да, ладно, не будем о грустном, ребята. Слава богу, что не наше, но все равно жозенько, короче. Мышиный король. Очень нравится Маше мультик, конечно, вот этот щелкунчик, где мышиный король, и постоянно Даша и балет ставила Маше, как ей очень нравится, прямо она повторяла.
Вот, но мультик хороший, реально. Про мышиного короля. Но я, к счастью, не мышиный король. Никого заколдовывать не собираюсь. Да и мыши не злобные, они безобидные такие зверьки. Просто прикольно. Просто прикольно жизнь наблюдать, когда так вот поймаешь дикого, особенно кого-нибудь. Так, у Солара недосочек пошел. А что же Ламбо? Лэр Роуч Ворон только-только заказан. Ай-яй-яй, не успевает Роуч Ворону ламбаря ни хера. А где же Овер-то? Надо бы залететь сюда даже. Не обязательно морфить из него Версира, просто подлети ты ближе сюда. Вижен, да, он сюда пильнее, и все. Да Солар так и делает, судя по всему. Тут уже готова садиться бригада. Отменила шпиль, заказал. Погодите, а что он спалил? Так он ничего не спалил. А, погодите, слушайте, что-то здесь. Так он и не видел ничего. О, Солар дает. Я думал, уже все, Нида, слушайте, Солар так и карту эту проиграть может. Что он творит-то вообще? Что он Нидус-то отменил вообще? Так. После такого апокалипсиса, к сожалению, все будет не так, как в Fallout. И мышей ты навряд ли есть сможешь вообще. Так что. Навряд ли это чем-то поможет. Тут бункер, бункер нужен. Консервы. Лето так на 15 хотя бы. Так, спорка делается там. 105, ребятки, на 103 у Ламбо плюс 2, у Ламбо Гидре раньше пошел уже. Солар мог бы просто в изич убить Ламбо, на самом деле, Нидусом, но почему-то передумал его делать, как бы не зная тайминга Роуч Уронов, ничего. Собака сюда забежала, и как мог понять вообще Ламбо, что здесь Нидус, я чуть не понял даже, если честно. Ну, в любом случае, уже игра имеет другой совершенно ход, где у Ламбо очень хорошие шансы, я вам скажу, на победу. У него есть Гидра, здесь у него Роучи, у него плюс 2 уже, то есть у него плюс 2 в плюс 1 будет грейд. Тут Гидры надо побольше заказать. Гидры с перебором не надо делать никогда, но вот если у тебя будет лимит, вот, допустим, вот на такое количество, здесь не... 2, а 6 гидралов, вот прям идеально. Они будут сзади стоять, их не будет желания впустить вообще. Вот. И они будут выдавать свой ДПС великолепный, стабильно. Так, у Солара броня пошла. Вот сейчас идеально была бы прийти, вот да, на плюс 2 просто, тайминги. Пока у Солара там ни брони никакие не доделались, ничего не доделается.
Кого он спалил? Он там не видел ничего вообще, где Нидус был. О чем ты вообще говоришь? Ламба Нидуса не видел, у него Роуч Ворон, блин, а уже бы здесь Роуч пришли, он только Проуч и заказал бы. Там идеально Нидус заходил, просто Солар подумал, что Ламба понял. А почему он так подумал, я так и не понял вообще. Хотя собака погибла вот здесь вот просто. То есть она никакого визина абсолютно не давала. Так, идет Ламба вперед. И вот, пожалуйста, Солар в итоге теперь терпит-то и не слабо. Фаерболы хоть падают-то оттуда, но здесь-то гидрала 3 еще накидывают урона. Ну, хоть их и 3, но прикиньте, как они здесь закидывают нормально просто дамажича. Хотя Солар умудряется тут даже в этой ситуации, по-моему, отковыряться. Хотя нет, смотрите, пуш продолжается, фаерболы падают. Сейчас еще по муталискам могло прилететь даже, кстати. Так, гидра бьют. Куда гидра-то в бок? Куда он в бок ты ее увел вообще, блядь, тупик? Неужели Ламба такую даже игру, как не... Да. Но это Ламба, понимаете сами, как бы у Солара плюс 2 доделывается. Это ГГ Ламба, тут 4-я хата, дистри, то есть... Он даже такую игру реализовать... А, у него еще гидра без скорости. Ну, я промолчу, что тут говорить, блин. Если ты в Корее живешь и такие ошибки делаешь, то я извиняюсь, тут уже ловить нечего. Во-первых. Во-вторых, почему 3 гидрала? Сделай ты их штук 8 хотя бы там в этом миксе. Вот было бы здесь 8 гидралов, они бы в клан бы там расстреляли сзади. Все, он точно победил бы. Точно победил бы, 100%. Это Рагнарок недавно демонстрировал, как вот идеально Роучи с гидрой миксовать финал. Вчера импакт, конечно, 3-4 отлетел от импакта, но тем не менее, там прям он некоторые игры вот идеально делал. Роучи и гидру, так что и Роучи есть как бы спереди, и гидры достаточно много, то есть и нет желания на нее ломиться. Ламба пытается еще что-то предпринять. О, вот в этот раз вот уже вот столько гидры надо. И в прошлой было атаки. Все были ресурсы, все было, чтобы гидру построить. Ламба почему-то этого ни хрена. У Солара подземный мув за копкой. Так, Ламба овера сплитит с этим. Что-то подземный мув доделается, у Ламбы проблемы серьезнейшие начнутся прям. Сейчас Ламба позицию потерял, дал к нему прийти, расшатать четвертую, не отбить уже, скорее всего, будет. Тут Ламба с двух сторон пытается с Соларом драться, я смотрю. О, хорошо, можно принять, кстати. Реваджеров, давай, шатай их, шатай. Ну, надо не ждать здесь, здесь ждать нечего. Да, надо частью здесь бой давать, частью обходить. Тылы не понимают, что делает Ламбач. Ему надо заходить уже вообще. Ну, Солар делает 12 роучами на мейн забеганию. Ламба 5-ки строится, 3 здесь есть. 12-то они никак не развалят. Так, здесь зашел зачем на вторую? Ну, какую Ламбу? Я не помню. Здесь от фаерболов летает. Зачем бежать сюда? Единственная задача, вот эти юниты сзади бежали вот за этими. Вот этой группой вот сюда встань, и эти сюда зайди и прими их просто. Забежал сюда, отдался. Не, короче, такой игрой, ребят, такой хоккей нам, как говорится, не нужен. Такой хоккей нам не нужен. Опять Ламба 187 лимита накопил.
То есть еще даже есть шанс проатаковать с трех баз, блин, у Ламба. На мейне наконец-то тут забрал почти все фручи, но и то почти, как бы, два-то осталось. Опять много гидры, у Солара опять без гидры, кстати. Пока тут Ламба гоняется. Так, опять движуха пошла. Хорошо, Солар на муви входит в Ламбу. Сейчас красавец, армию просто. В кавычках, ты же красавец. Ну тут у Ламбы все шансы есть на успешный исход боя, кстати. Реваджер уже под ударом, ребят. Гидра накидывает хорошо от фаерболов. Ламба круто уворачивается, но 25 роучи до заказ. Не отменить никак, ребятки, этот до заказ. Нужно с мейна все подтаскивать сюда вообще. Ламба, иначе беда. Ну, Солара гигантский просто заказ. Но гидра ведь может зарешать. Гидры много. Часть до заказа уже выбита. Как же у Бога Ламба дерется. Роучи сзади. Впереди реваджеры. Гидра тоже под ударом. ГГ вообще, да. Ну, с той стороны тоже юниты подходят. Ну, ты чё, блин? Не понимаешь, что там с одной базы прирост-то небольшой. Основная армия слева, так ты слева роучи и должен держать всех, как бы, в основном-то. Короче, позиция кривая, легко сказать, можно сказать, не да, легко сказать мне, но Ламба нужно не только сказать, а еще и исполнить надо легко ему. Так, 2-0, да, у нас. Значит, что же по сетке там у нас еще есть интересного? Так, извиняюсь. Так, Трумакс это у нас здесь должна быть матч, походу, карта точнее.
Так, ну жду я что-то там, я не знаю, что тут. А, куда Синсин делся? Америка, походу, у нас будет следующая. Оптимус против Ламба. А вот, ребят, давайте сетку вчерашнюю глянем так, по приколу. Так, что-то зависло все к херам собачьим, блядь, достало меня, короче. Так, здесь уже создается хост. Вот, ребят, смотрите, сетка вчерашняя. ВЦС, красавчик Hellraiser. Какого-то немца, не знаю, кто победил. Намшара, который силен сейчас очень. Space Marine, который, кстати, Вердоса убил. Как, ё-моё, Вердос умудрился отлететь от такого, блядь. Да. Ну, Hellraiser нагнул, Марина. Ну, ты тоже карту взял. Hellraiser 2.0 ДНС убишь, самое удивительное. Ну, а в лузерах у нас что было? Кстати, вот ДНС упал вообще. А вот ДНС. ДНС-то все-таки прошел. ДНС-то все-таки прошел. А вот Вердос, упавший вниз очень рано. Он выиграл Ваню. Он выиграл Фира, бича, который, из-за которого его на гоф ВСК забанили. Ублюдка конченого. Вот, ну ладно. Может, там Вердос и сам виноват, как бы. Наверняка отчасти. Даргидру. ТЛО убил, блин. Арта убил. И Клемом 1-1 шел в матче за квоту. И просто в матче за квоту 1-2 Вердос отлетел. Ну, не великолепное выступление. Хорошо выступил, но не хватило вот столечко, чтобы, блин, взять квоту на ВЦС. Так бы был Блай, Hellraiser и Вердос. Вообще прекрасно было. Так только Блай и Hellraiser, но тоже два из СНГ. Из СНГ получается. Старкрафтера, это очень круто, как по мне. Вот, жду уже стабильно. Не только Блай конкурирует, это очень хорошо. Вот, но немножечко не хватает четвердосу. Так, ну что, погнали, ребят.
Так. Уровень игроков. Уровень свой Блай покажет в челленджере. Вот. А то, что там в сетке было, как бы, ну, бывает 2-0, бывает 2-1 сыграешь. Абсолютно никакой разницы нет. Когда ты не видел игру, на самом деле... Нельзя ни о чем конкретно говорить. Почему? Потому что бывает 2-0 более гораздо напряженное, чем... Пристройка завершена. ТСМ готов. Короче, ладно, поехали, ребята. Извиняюсь, на секунду отвлекся. Бывает 2-0 матч напряжнее, чем 2-1. Потому что там две карты взял какую-нибудь фигню, а бывает две карты бьешься, прям рабочие такие. Вообще. Уставшим выгляжу, потому что чайку еще не сделал. Пока что. Просто турника пришел, блин, что-то прям все побаливает как-то даже, но это хорошо. Сегодня просто не вечером, а тут, ну, как бы, встал, сюда пришел, чарлика взял и погнал. Короче, ребят, Ламбо Оптимус у нас матч здесь следующий. Это Бо-3, это уже следующие две пары, получается, бьются. Ну, у нас здесь, соответственно... Газбарак, Рипер, ЦЦХ, Факторка была у Оптимуса. Карта Катализатор, Оптимус на 11, Ламбо на 5. Зачем Рипер отдавать? Вот так, я не знаю, облетел бы вокруг, может, улететь бы смог бы даже. Вот. А, ну здесь заезд, тут же идет Гелич, я смотрю. Ламб пытается приныкаться, но тут на рампу выезжает Оптимус. 6 дронов минус, но это еще не конец должен быть-то, по идее. Ну, 7, да. Ну, так себе. Казалось, что больше сейчас нас ждет. В итоге Ламба в плюс еще по рабочим. 9 плюсом строит. Вот. Ну, и Тиран играл в третью ЦЦху. То есть, Гелики, Банша. Может быть, Ревен дальше будет. Наверняка будет у нас мех здесь. Да, так и есть. Вот факторки уже пошли. Лаба делаются. Ну, вот ни в коем случае нельзя здесь еще одну факту делать. Потому что, ну... Если пристройку ей делать, то могут здесь застревать юниты, короче. Ну, это мех. То есть, очевидно становится, что это мех сейчас, как бы, со стороны Оптимуса. Опять Геличи на второй прорываются в этот раз. Их 4 штуки. По собакам жаркий залп такие идут. Один только рабочий пока погиб. Плюс еще 2. Да вон там стек стоит, рабов. Чё ж ты делаешь-то? Еще несколько вынес тут у нас Оптимус. На мейне тут же ловить нечего вообще. Так, ну пожог рабочих. Ламба еще больше настроил, как в предыдущих играх. Учитывая, что мех у него много на это время будет. Так, здесь 3 дрона минус. Еще плюс 8. 9, ё-моё, продолжается. Харас конкретный такой прямо.
Гелики за рабочими. У ламба все в куче. Ще какой стоит? 15 дронов минус. 16. Что ж ламба творит такое? 19. Это уже серьезно. 21. Вот это уже серьезно. Серьезнее некуда, ребята. 21 дрон уничтожен. И это не конец. Здесь еще можно было за один залп штук 5 забрать вот этих, если бы они в куче там ехали куда-нибудь. Одним геликом. Че ты сел, бычок, тут? Получил по жопе сегодня поводком за косяки свои. Чарик, ну чё там? Иди на окно. Опять харас, не оставляет покоя, короче. Оптимус ламба. Ну, мог бы синее пламя уже сделать давным-давно, раз так в таком стиле играть. Со всех сторон гелики ездят, опять один из дронов мало. Сколько рабочих? 49 уже рабочих погорело. 49, ребятки. К началу 9 минуты фактически. Можно сказать, даже на 8 минуте. Вот, потому что... Там было где-то, когда вот этот заезд начинался, как раз 8.05 где-то и было. Ну, хотя закончился-то он надо на 15-20 секунде, поэтому так не скажешь уже. Так, залетают торчики. Хорошо, ядро Оптимус тут разбирает, то пришли еще роучи. И роучий поковырял, мне кажется, мог бы еще здесь забрать несколько юнитов, но правильно, что улетел, потому что если бы пришла гидра, можно было бы не улететь, не успеть, как бы просто. Она пришла покусить медиваки, при этом всем ламба еще имеет, ну, если он рабочих восстанавливал все время, у него еще такая, вроде как, конкурентоспособная экономика получается. То есть можно жить еще. Но на этом, кажется, заезды геликов-то не прекратятся. У меня такое ощущение. Вот заехал еще криптуморов, пожег немножечко Оптимус. А есть танки Оптимус. 11 уже, да, викинг. Слушайте, 177 лимит Оптимус. Ему выйти можно как бы вперед. То есть прикиньте, вот в Nation Wars, это он же сборная Голландии. Там Харс, там Ютермал лидеры, а третий это Оптимус. Ну это нифига не статист, игрок-то вот этот. Неплохо играет он, я помню, что и в Лае пробивал, были турниры как бы. Конечно, не часто там это происходило, но было. Так, ну тут, кстати, вайперы есть, и в какой же кучище здесь все стоит. Дичь-то просто полная. Идет Оптимус вперед. Большая часть танков Торов не вытянул, не вычинил. Ну, вот, конечно, все равно Оптимус, конечно, этот мертвоват в этом плане. Много косяков у него. Этих Торов не чинит, блин. Дичь неаккуратно. Но зато сюда уже пришел практически... Ё-моё, зато танки, посмотрите, в каком шахматном практически порядке. Сплит викингов не то, что оставляет желать лучшего, бичёвый он, можно сказать. Пока одного викинга вывел, уже зеленка почти максимальный дэмэдж нанесла. Так, ну все, пошли вайпера вперед. Еще одну зелень кидает там у нас ламба. Ну тут... Зато по земле зеленки нет. По земле ламба просто в хлам разваливается. Танки невероятный дамаг наносят. ГГ пишет просто. Ламбочки сейчас. Ну, провальная игра, конечно. Оптимус молодец. Оптимус молодчага. Так, сейчас какую-то игру начну. Так. Пойду чайник поставлю вообще.
Так, прыгаю в игру. Так, если кидать того, которое на викингов, оно по земле дамажить будет. Конечно, будет и по земле, и под землей прожигать едко, и в космос, бля, даже будет дамажить. Да, оно по земле будет дамажить. По земле другое облако, ребят. Так, пока игра началась, чай надо поставить, что мне реально как-то, ну, в себя не прийти. Погодите секунду. На водичке мне попить чайку. Улучшение командного центра завершено. Так, все, чай поставил, смотрю, рипер уже подкидывается, прыгает что-то туда-сюда. Так, ребят, помните, что все плееры включены, кстати, я даже рекламу, по-моему, сегодня не пильнул еще, да. Пильну, наконец-то, рекламу, помните про блоки, подписаны на премию, поддержите меня, мой канал. Надо что-то последние дни, блин, это... Подижоса что-то нет вообще. Чуть подержу, совсем нет, как будто и это, и ничего не стримлю. Ну ладно, все равно скоро в Москву приеду я, ребят, все будет норм, короче. Вот. Так, может, в Москве и задержусь. Так, а что у нас по потерям-то уже?
Ну, Рипер допрыгался, гранаты докидался, ё-моё. Граната — это не игрушка. А там дурак из тюрьмы вышел, сразу его в костюм одели. Послали. Полетел гранаты по зверям кидать, ё-моё. Звери — это не такие уж простые ребята, я вам скажу. Со зверями поаккуратнее надо быть. Так, 4 гелик, пожег тут Оптимус, чуть криптумор сжег. Сколько собак? 12 в этот раз. Ну, 12 собак должны вообще сдержать, как бы, эти. Это Гелион Харас, скоро будет Банша с Анвизом уже здесь. Сцеха 3, погодите, кстати, депок-то не криво ли стоит? Так, ну в этот раз не получилось вообще дронов выжить. В прошлый раз вы помните, сколько их было уничтожено. Просто нереальное какие-то количество. И это и привело, собственно говоря, к превосходству тирана. Здесь все выглядит печальнее намного для Оптимуса. Ламба стабильно открылся на самом деле. Ничего вообще рабочих не потерял. Да-да, вообще не потерял. Овера 7 собак потерял в этот раз. Синего пламени нет, плюс 2 факты. Все стандартно абсолютно, конечно. Полетел Рейвен куда? Прям на вторую базу, а в турель кинуть, да? Надо только пустить дронов именно. О, а в это время... Все равно нашел уязвимое место, чертяга, а? Ну, Оптимус, ну... Ну, чертяга Оптимус, а? Все равно нашел уязвимое место. 12 дранчинских уже минус. А здесь еще и Рейвена можно поднакинуть, как бы. Сюда, что и делает Оптимус. Так, пошла автотурель, тр-тр-тр. Один дрон минус, два. Два. Третий не получится заминусовать. Пострелял по спорке чуторик. Ну, спорка держит, конечно, удар тут. Легко. Так, полетели мулы. Два мула. СМ-ки сюда едут. Плюс один почти готов апгрейд. Ну, в общем-то, у ламбы все нормально. И даже под ножок маленько дронов. Еще здесь продолжается движуха. Опять накидывает, короче, автотурель Рейвен. Автотурель не особо зашла здесь. Так, нет, счет в пользу Оптимуса 1-0. Полетели Торы. Короче, чемодан Харас. Давайте я от Оптимуса вам Миджин поставлю быстренько. Сейчас чайник сниму. Вперед!
Так, ребят. Пока ходил, вы видели, что чемодан гейминг прилетел, торы просто, бля, на мэне говорят, вы что тут дерьмо настроили какое-то, говном все заплодилось, сейчас мы вас больших стволов, та-та-та! А ламба через оклик пошел, как бич, ё-моё, а там танки сделали бабанчик и все. Так, ну что? Макс против Оптимуса будет у нас дальше. Solar Mac. Так, Solar True. Оптимус Ламба. Оптимус Макс. Давайте Оптимуса Макса да посмотрим, что это за ВЗ, что вчера меня достало, хоть Solar True интересно.
Так, что-то да, Ламба писал там. Так, пошел инвайт, отлично. Привет, Гидрограч, чемпион вселенной. Название стрима... В принципе, есть то, чего я стримлю, как бы, да? Так что можно посмотреть, ребят. Тем временем я сейчас рекламку пильну. Ну, а вы помните про адлоки, премы и подписывайтесь, поддерживайте меня, мой канал. Вот. Так, ну что, ребята, Оптимус решил, что лучшее решение против китайского протоса будет бункер Rush. Здесь пробка приехала, она видит, что здесь депохи, короче. Смотрите, хитрейший Оптимус просто дает Нексусу достроиться, и он просто не садится, смотрите. Свои бункера, это просто хитрожоп еще тот. Апа не успел эскейп нажать, Макс, не успел. И тут Нексус будет пробит буквально за несколько секунд, потому что ну тут два бункера вообще-то. Ну я бы на месте на самом деле Оптимуса и пуш бы продолжил бы потом, еще почему-то не продолжил. А,
Либо заблокировать здесь бункерами, выбить вот эту, например, хрень. И с танчиками уже попытаться, да, там кабинет развалить. Майков 8 штук есть, это немало на самом деле. Очень даже немало. Все, некто спадает. Адепт ушел отсюда. Тут 2 КСМ плюс 8 мариков. Привет. Максу можно передать. Здесь бункер попер. Ой-ой-ой, сталкер. Вообще не то, что за секунду. Он в эту же секунду должен был быть готов, но... Сталкер в итоге нифига не готов. Если бункер достроится, смело ГГВП можно писать будет. Слушайте, а бункер некому фокуснуть. КСМ-ку-то некому забрать. Сколько секунд до бункера? 5-4. Все-таки фокуснул. Ну надо же. Ну 18 рабочих минут. ГГ Макс пишет. Просто как бича какого-то отправил на помойку. Сейчас Оптимус Макса, да. Унгернами поддержал ваш канал на 120 спасибо, рублей и сообщает. Даров, Серег. Здорово, здорово. 120. Чего тебе 120? Это... Какие-то евро, что ли, во что-то переводится, не понимаю, или... Почему 120. Так, пошел инвайт от Оптимуса, респект ему. Это не просто лунтизм уровня Кита, это лунтизм уровня Макса. В последнее время смотрю, Макс это как бы... вроде как бы и играет, а вроде как и вообще не играет. Он как просто мертвец играет. Во. Курс рубля, зато, блин, зато эфир растет, ё-моё. Было 8 тысяч, уже 11 стоит, 0,41. Так, глядишь, и дорастет до того, что было, блин. Или это из-за курса так стало, я не знаю, что доллар дороже стал в рублях, он дороже стал стоить вообще. А, 2 евро 80 рублей, это какой, я извиняюсь... Какое пятно, ё-моё, мои деньги крадет. Евро же, блин, не 60 рублей сейчас стоит вообще. Охренели они там, что ли, вообще? В PayPal или где? Короче, ребят, прокси факта и прокси Starport, видимо, будет. Ну, то есть это какая-то агрессия.
Какая-то агрессия это, короче, ребят. От Оптимуса. Ну, а что это за агрессия? Макс это нашел вообще? Да, он нашел, что там барак дома, но он не понимает, походу, что здесь опять Чизончиский сойдет. Вот. Здарова всем еще раз. Спасибо всем за падежос, ребят. Как бы, ну. Я, конечно, блин, и комментирую на расслабоне, но что-то тоже, как, ну, то есть, после активных сборов что-то все упало. У людей кончились деньги, как будто бы. Вот, но. То есть тут, ребята, дело в том, что я уже готовлюсь к отъезду в Москву, поэтому стримлю как бы столько, сколько могу, короче. Так как завтра уже я стартую, ребят, и там уже увидимся, кто в Москве будет на лане. Всех жду, короче. Мне еще надо сегодня там и штаны постирать, там, ну, много чего, потому что Даша, может, уедет к Маше сегодня в Печору, я тут один буду. А это начнется уже там движня, короче, всякая. Сегодня еще там день рождения меня звали, там маленько, ну там маленько, как бы не жестко тусоваться, да я не хочу, как бы что-то турник грусть, я чувствую себя хорошо. Вот. Так, скоро увидимся. Возможно, в Москве вообще задержусь на недельку, мне вот уже там предложили Саня остаться у него. Вот. Ну, мне не просто надо остаться, короче, мне надо еще стримить откуда-то вообще. Вот циклон снизу приехал, поливает пилон, варпа не будет, называется. Да, варпа не будет, ребята. Два циклона плюс маленький. Так что на вторую-то за... А что вообще, я не понимаю, мудрить-то тут Оптимус? Два сталкера, кор... Опа. Оптимус решил вообще кибернетичку вынести здесь на помоечку. Ну да, смотрите-ка. А если варпа не будет, ничего хорошего. Так. А что забоялся-то? Мог просто варп убить сейчас Оптимус, но забил болт, короче, ничего не убил в итоге. Зато сталкер падает, спадает Иммортал, правда, вышел здесь. Как бы. Ну от Иммортала надо под Мариков спрятаться, просто спрячься ты под Мариков, балбен ты, ёп. Так, сейчас какой-то лютый контроль, один склон, один викинг погиб, один склон остался еле живой вообще. Так. Пуэром-то? Да какая-то не пуэр, это черная обычно. Просто какой-то там этот Ахмад Ти. От Ахмада. Нейродырова. Ладно, шучу. Просто черный чай, короче. Это уже не. Ну и за ЕМ-то придут, просто на ЕМе, да на ЕМе да дело не в курсах даже вообще. В этом дело, ой, минус 2 сталкера дело, потому что там ЕМ аж процент еще возьмут, налогов там какой-то, наверное. Я помню, что за ЕМ брали, как бы, там сколько-то раньше. Как присылали, да. В Москве, ну, пока турнира точно у Люхи будет. А там видно будет, если буду на неделю оставаться. Короче, просто вопрос в том, что у меня уже билет взят на 15 число. Минус Максов, короче, ребята. Просто не смог он отбить этот чиз. А здесь уже и ЦЦХа даже есть при этом все. Ну, это ГГ, ВПФ. Печальная, удручающая картина для профсов, конечно, происходит. Я даже не хочу говорить, почему так происходит, но... Макс это вообще отыграл, конечно, ужасно здесь, ничего не скажешь. Ну, а вообще эту тему тяжело отбивать, но... Как только у него был Иммортал, ребят, вот он первый раз пошел, убил циклона викинга. Так и дальше и надо было развивать свой успех, ГГ, короче, ребят. То есть надо было идти и прогонять все бункера оттуда вообще. 2-0 просто в щишки, короче. Расковырял. Так, это у нас уже Оптимус. Погодите, это уже Оптимус Макс добил. True Оптимус дальше должно быть.
Так, ну Труто еще там, наверное, не доиграл, ведь-ка на Азию сгоняю. Тру с Соларом же бьется. Солар Максет. Солар Максет, не знаю, как там у нас сыграли. Так, прыгну в игру. Ай-яй-яй. Секундочку не успел. Секундочку. Так, этот у меня тут добавляет. Кто-то добавил. А жаль, ладно, так перестримить придется, значит. Там у нас, наверное, никаких игр пока не будет, скорее всего. Так, короче, отвис у нас опс. Варди тут показал еще, как на днище ушел товарищ этот. Ну, вы поняли, какой. Так, еще и комиссия со 120-110 мне тут приходит. Ну, вообще, PayPal охренели. Так. Ну, в любом случае, спасибо большое всем за поддержку. Почти на поездку собрал. Alright, just getting next game set up already. But let's jump into this ZVZ, which is of course our focus matchup right now here. As we do have to the right hand side, our teal is a player. This is Solar. His opponent down to the bottom left hand side, the red Zerg from Sidestorm Gaming is true. And that, my friends, is a gas and a pool. 13-12 to get us started now in game number 2. Ну так, а в мае 12 числа Кубинка. Авиационная движуха 13 мая по ремастере за турнир в Баркрафте будет. Так что дело такое. I mean, we're talking about him having link speed and potentially a baneliness against pure Zerglings with no speed or anything. It's going to be so difficult to make something happen here. Which is going to go in Solar's favor, so we'll see what he can do. Because the issue is as well, you know, okay, one advantage he has is the pool comes in slightly faster, so the six lings can push on forwards earlier, but so what? By the time they get across the map, True has his own Zerglings. Link speed starts, Solar will start up a hatchery. Obviously, that's something he can afford because he's mining only minerals, whereas True continues to mine gas. Obviously, with this build, you will pretty much always get the Baneling Nest. It just sort of makes sense. See those Zerglings coming out towards the center of the map, and again, I mean, True has just seen the first Zerglings of Solar, so he knows what's up, and Solar's going to see this right now for the first time. True sets up in a little bit of a... Так, ну тут True Solar ведет 1-0. Solar not able to do too much yet. Какой комиссии? С PayPal поддерживают меня через плеер. True very soon he gets the link speed. And that's gonna allow him to really kind of dictate how things go. In comparison to the current moment where when both of them have no link speed. It's just some slow movements around the map.
Still has to be a little bit careful, I guess. If he isn't too careful, then Linkspeed's about to finish up, and if Linkspeed finishes up, and all of a sudden True is going to get a lot of Link kills for free. True of his own hatchery now on the way. He actually, he has the Baneling Nest pulled down to one worker and gas. Obviously hasn't morphed any Banes just now. So we'll have a small worker advantage. He's getting a Spinecrawler up on the main. Let's see what True can do as he morphs in these Banes. It took him a little while to start being aggressive. Let's see if he can make something happen in the next couple of moments as we do see the Lings starting to fight against each other here. These are Lings from Solar as well. We are just going to be seeing the Spinecrawler from Solar coming forwards. And we'll be burrowing down into position. We've seen the Banes coming towards as well. Wow, that's a big first Baneling hit. Use the rest of the Banelings to get rid of the Spinecrawler here, as now we're going to be seeing the Queen going down. I mean, the next Spinecrawler is going to be in some trouble. He's just going to target that down as well. Cancel from Solar. It's another drone that's lost though, which is okay, I guess. He has 17 workers to 12. True is just going to be fighting against this hatchery. Так, все в группе ВКонтакте есть про турнир. Ну слушайте, Тру пытается заплушить, извиняюсь, отвлекся на секунду вообще. Здоров, Вердос. Пришел вчера с женой из кино. Врубаю, короче, стрим. Даже, бля, Алекса 007 послушал немножечко, посмотрел. Со звуком, как ты там вчера, блин, бодался. И чё-то прям даже минут 20 спать не мог лечь, как-то, блин, этому клему с саному, блин, слетел. Ну как с саному? Короче, обидно было что-то мне. Вот. Так, не знаю, никто ничего не подтверждал. Кто будет, тот и будет. Я думаю, навряд ли кто-то издалека приедет. Не тот, немножечко призовой фонд. Going down as well. The transfuse was good and True won't get too much more damage. Maybe a drone in the main base. As we see these units just jumping in, and one single worker gets picked off. Spinecrawler burrowing and a couple more queens. Just still kind of down on the low ground. True finally about to get cleaned out in the main base. And that'll be the end of this here then for now. But yeah, I still feel like I kind of enjoy True's position in the game. I mean, again, the worker counts are kind of even. I just feel like True of the Link Speed has so much potential. For example, you can move on over and you can get rid of the third hatchery. You can stop that from coming up for quite a significant amount of time. And all of those kind of little bits and pieces. Now I'm going to see a Group Tumor pushing forward just a little bit further right now from Solar. A couple of queens just going to latch onto this Overlord of True. Around the side, and we are going to be seeing again just another couple of structures on the way up. This time it's the Evo and the Roach Roaner, is obviously Solar. Wants to try and get set up in towards that Roach play. If you bypass the Link Speed, then generally no reason to start Link Speed at a later stage. Instead, just nice to get in towards the Так, ну тут затянулось все, ребят, прям. Там и там лейера. Слушайте, у Друи третья хата и рабочую больше, прям все хорошо как-то там получается у него. Как я посмотрю. Во что это дальше выльется, непонятно, пока ща я буду проверять, что там у нас. Тут ничего, пока, значит, матч идет все еще. We are going to see the injects continuing on along the lair. Continue to come through from True, but again, everything is just a little bit behind from 20 seconds behind on the plus one missiles, 10 seconds or so on the lair. His Roach Run is only just now starting up, and still already has some Roaches on the way. Obviously, True does have the faster third hatchery, and that was exactly what was expected to happen because he has the Link Speed, right? If you have the Link Speed, then, you know, you can take the third hatchery, you can punish your opponent's third hatchery from coming down too early, and so that is what's again, just happened so far. That third hatchery of Solar here, just about halfway done. We are going to be seeing these Zergons of True continue to come around the top side of the map. Going to try and run by a little bit at the moment and try and get a little bit of something done here. A couple of queens might be in some trouble, and actually going to jump onto two queens nice and quickly. Already these two queens dropping pretty swift, and we are going to be seeing the Roaches able to keep them down, keep them alive though, with the help of the transfusions, of course. He's going to try and get back onto this here, as this one Queen of Energy would be a nice pick off. I mean, that's a triple transfuse that's available.
Solar's starting to do some damage. He hasn't made drones beyond 42, so he's only on 42 workers against the 52 workers of his opponent, and that means now opening up this set of rocks, he's going to be able to kind of give himself the potential to keep on moving through the map. Вердос бич тире красавчик, РФ, все правильно. Да не, сыграл хорошо, обидно просто, конечно, в самый последний момент отлетать, короче, естественно. Где можно либо продолжить играть в следующей стадии. Вот. А можно улететь? Extra tech in his army compared to Solar. Rocks go down, Solar moves forwards, first couple crows of bars are gonna be very Вот это единственное обидно. А так, конечно, сыграл хорошо. Ну, Клем чертяга, блин, молодец тоже, конечно. Так, Solar пытается пушить. Как, правда, в Венерах ты от этого Space Marine улетел, вообще не понял, короче, он такой сильный PvP игрок, что ли, блин. Я посмотрел там, как бы. Ну, хотя он и у Hellraiser карту отжал там каким-то образом. Ну тут ГГ, ребятки, очевидно, здесь Solar убил, закрываю все нафиг. Так, True Optimus MA, Lambo Mask от КР, Макс. Бля, задолбал, на него опс, короче, лагать, ребят. Так, True Optimus я пойду на Америку смотреть. Там все-таки победители играют и может Так, сейчас попрошу за инвайсер.
Так, ну что, прыгаем в игру. Ну, согласен с тобой, Артём, но я видел, что ты его убил, просто на более ранней стадии было, как бы. Вот, разницы-то нет, на какого убить, конечно, его. Ну, меня ты его бесил, честно говоря, еще когда я сам играл тоже, не пусть, что он, блядь, заднеприводных там защищал, чтоб в Москву там не ехали на DreamHack 14 года. Пусть, что он, блядь, у него стиль такой прям, его, ну... Хотя раньше он так силен не был, как бы он такой был. Тоже волнами. То что-то мог, то ничего не мог, как бы. Вот. В общем, спишет, да? Может, что он это карта какая-то сокращенно ДА. Или это он мне ответил, я так и не понял. Так я на это внимание не обратил. Вот. Так что да, хорошо, что ты его выбил. Вот. Нахрен от этого ТЛО. Жаль, конечно. Ну, в следующий раз пройдешь, чё сам. Так, все, ребят, погнали далее. В Оптимус против Тру. Чем интересен этот матч? Тем, что у Оптимуса дали ламбу. Тру там проиграл. Ему побеждать, по идее, хорошо. Так, пилю рекламу. Тут у нас War Thunder пошел. Помните про отлоки, подписывайтесь на премы. Не забывайте поддержать по возможности. Так, что-то тут Рипер пострелял, пострелял, пострелял. И улетел. Ну, жив-здоров, это самое главное. Скорость, где сколько до скорости? Еще 40, так. Слушайте, ну скорость как-то у меня такое ощущение, что да, по таймингу секунд на 10, может, попозже, короче, этот будет, чем обычно, как бы. Вот. Но пока непонятно тоже нифига.
Привет, киберлесник. Да чтоб Солару отдаваться, Оптимус надо сначала, чтоб Тру Оптимуса пробрел. Здоров, пап. Чё там у тебя за картинка? Противогаз купил, что ли, всё-таки? Это правильное решение. Скоро он бабахнут американцы в Сирии. Начнется замес. Ну да, тебе противогаз не поможет, конечно, но все равно молодец. Где-нибудь может и поможет. Так, гелики жгут, армори-то есть вообще? Не, армори нету. Ну и не рискует заезжать сейчас вообще. Так, а собака-то одна всего, обратите внимание, тут 4 рача строятся. Прилетела банша, слушайте, так тут могут геликами, может, и выпилить, на самом деле, хату-то это у нас получается Оптимус Тру. А здесь ни одного трансфьюза, кстати, нет. Инвиз давай, врубай. Ну и все, минус хата. Я не знаю, зачем гелика было терять на эту хату еще одного, ну... Так, а лейер есть, да, третий, смотрите, все, третьей базы нет. Накидывают тут банша по королевам, минус банша в итоге. Ушла чудом просто банша это. Гелик что не могут сделать, здесь роучи есть. Но главное, что хаты-то больше нет, а здесь третий цеха появляется. Так. Все, лаба на факторках на трех. На двух лаба, на одну реактор. Три заработала. На старпорте реактор тоже вообще. Вот две банши на мэне еще тут творят, а? Слушайте, больно очень. А что делает Тру? Объясните, зачем мне он сюда рабочий привел? Слушайте, это разгром какой-то просто творится. 15 дронов как с куста. Только что Ламба затерпел от Оптимуса, теперь Тру уже терпит. Зачем баншей было отдавать две штуки, я вот понятия не имею вообще. Холодильник купишь большой. Так. А-ля Индиана Джонс. Ну ты когда, ну просто если дом полностью рушится, начнется, помнишь, что... Когда плита полетит перед землей, когда ударяться будет, тебе надо подпрыгнуть, короче. Чтоб не это, чтоб не удариться больно, и так, ну, спрыгнешь, короче, а-ля Индиана Джонс. Ну, как малые, мы все думали, и в лифте, как бы, не будет все норм вообще. Еще 13 дронов минус, все, Тру 44, здесь 67. Что-то Оптимус, короче, нажигатель. Как этот, Оптимус у трансформеров-то он кто там? Первый там, как вот, трали-вали. Оптимус какой-то там, залупник там этот из древнейших, вот. А здесь Оптимус нажигатель просто он переквалифицировался сегодня, короче. Ездит, жгет, плюс мех, плюс колбаты трансформируют, то есть все дела. Был машинкой, стал роботом. Только внутри мужик сидит.
Ну тут 2-2 вот рухает. Слушайте, рабочего установил до 65. Я не понимаю, Optimus выход-то собирается какой-нибудь делать или нет. Вот когда так дико харасишь оппонента, по-моему, надо не ждать 200 лимита вообще. Дронов минус, ребята. Две пухи пошли. По два грейды делаются. В общем, сниз спускается, но пора все складывать, да, если в атаку титок 7. Здесь стенок никаких нету, то очень третья база, конечно, такая опасно находится здесь вообще. За волосы подняться. Ну, барон Мюнхгаузен-то из болота сам тебя вытаскивал, почему бы и... Хафту не поднять себя за волосы над домом. Просто как бы потом-то придется спускаться как-то, ну. Надо зонтик брать, зонтик раскроет, спустится на зонтике вниз, что. Тоже, мне кажется, как вариант. Ой, как там героучем накидывают, жесть, они в куче стоят, но... Вайперы не могут зелень нормальную поставить, так как они где-то все сзади летают. Сейчас сбоку пытается обойти, конечно, тру Оптимуса, но Оптимус-то сплетанул танки свои уже. Тут же не так просто здесь будет в итоге все это сделать. На мониторы просто унижают, конечно, жесть вообще. Брудлингов затоптали, Хаев начинает бомбить. Как же быстро торы работают, это жесть какая-то. Так, роучи вайперы в тылу. Ну, здесь танков много, ребят. Какие роучи вообще? Без гидры, без шансов абсолютно что-либо сделать. Так, танки складываются, заходят. Хайф уже упал, можно сказать. Здесь пытается тру что-то сделать. Но это ГГ, это 1-0 Оптимус, кстати говоря. Так что не обязательно Солару будет отдаваться Оптимус. Потому что, походу, Оптимус и без чьей-то помощи здесь тру загасит просто.
Так, ну что, вторая карта Optimus True. Вот. Что у вас там за элегантный спорт такой идет? Не знаю я, ребята. GTA это не тому, кому-то бомбишь ты. Так, про Спадежос уже сказал. Ну, сегодня я ограничусь этим турниром. Я думаю, дальше там особо ничего и нет. Вот. Есть планы определенные там у меня на вечер. Надо мне постирать вещи сегодня. Завтра в 7.30, 19.30 у меня старт в Москву, ребята. Помните об этом. 13 в Москве. Будем тестировать, там дела делать, бэджики забирать, селюх, потом в клубак надо будет ехать, короче. Вот. Улучшение командного центра. Бля, еще надо не забыть на микрофон взять с вебкой. Так, девайсы брать. Девайсы нахер не буду брать, наверное. Уж девайсы-то в клубах сейчас, наверное, не шариковые мышки точно. Играть сам не буду, для стрима пойдет. Короче, ребята. Так, ну что, здесь, да, движуха идет. Ну да, навряд ли сейчас. Нет, не термоядерные заряды вообще в наличии существуют. Хотя в тактическом, может, есть что-то там такое. Но у них мощность маленькая. Минфрами поддержал малая. Ваш канал на 500 рублей и сообщает, сборы Яндекс.Такси достигли 50%. Коми в минусе. Здорово, 007 Иван. Спасибо, Мейнфрейм, большое, вот. Пошел сегодня подержал по молеку. Вот, ребят, ну турнир не самое интересное, только плей-офф будет. Я вот думаю, что может быть, ребята, знаете, что я думаю? Я думаю, что 13-го числа, я, возможно, просто из этого клуба, как раз здесь плей-офф вроде как на Варде турнире планируется, вот. Я, возможно, как раз 13-го из клубака попробую, чтобы тестануть стрим, как раз и запилюсь вообще. Вот. Я на самолете. На ракете баллистической. Вот. В одной боеголовке я. В другой Илюха. И погнали. На поезде, естественно, круг в самолете. А чё мне на самолете за один вообще, за два дня точнее турнировал лететь, чтобы приехать туда вообще. Про турнир потянулся. Не сколько подумать. 8, 10, 10. Ну сегодня я ходил не на такой. Опа, Нидус, кстати, утру против Оптимус погнал. Слушайте, ну Оптимус видит этот Нидус, но... Ой, как хорошо, что два циклона-то сюда выходят. Может быть, получится даже зафокусить Нидусончис. Секунду, буквально циклон один стоит. Ты что творишь-то, где циклон-то? Ай, True Transfuse не успел кинуть. Вот это днище гейминг, ребята. Это 2-0, походу. Тут уже два циклона. И сейчас еще одна банша прилетит сюда. Не-не-не, ребята, это печаль полная. Так, Марики там крошит. Оверсира. Трансфьюзы в этот раз пошли. Да циклон... А что делают, Оптимус?
Ну хотя да, здесь только королев вылезло, что теперь уже, конечно, трансьюзы бы не помогли бы бегать. Слушайте, но, по-моему, надо было Нидус фокусить вообще. Надо было Нидус фокусить. Короче, сегодня ходил на турник. Тут рядом с домом такая лестница, как бы, по которой вот так вот. Ну, типа, к школах раньше там, ну, в техникумах там, ну, в армии тоже были, ползали, как бы. На ней подтягиваешься таким вот хватом, как бы, ну, то есть, ненормальным, а вот таким, ну, вот, получается, вот так, то есть, как бы, тут так больше, как на брусе, как бы, даже часть мышц работает, вот. А сегодня на обычный турник ходил, крутой, на стадионе, вообще там очень такой крутой, там сколько людей подтягиваются, он выточен прям, ну не выточен, а такой гладенький-гладенький, потому что когда в дождь, там вообще висеть, ну очень тяжело на нем, поэтому я перчатки прорезиненные беру, как бы, которые для электриков просто за 20 рублей, поэтому там тяжелее гораздо подтягиваться, мне, ну, я первый раз вот на него сходил, но он и круче, как бы, намного с другой стороны. Короче, круто сходил, все ништяк. Спасибо всем еще раз за поддержос. Оп. Половина сборов за сол завершена, короче. Завтра, говорю, в 19:30. Вот, уезжаю. Гиперзвуковая... У Маска нет гиперзвуковых ракет, в смысле военных. Вот. А так все, которые в космос летают, они гиперзвуковые. Вот. Понятно, что другие, но и схожие тоже работают из захвата. Не знаю, какие вот здесь вот между плечом и телом вот это вот, короче, хрень. При таком хвате, ну, болит так же, как на брусьях. Ну, а сзади, конечно, от турника, так как на брусьях, ни хрена не болит. Вот. После первого Нидуса захват. Ну, кстати, крайне корн говорит дело. После первого Нидуса нужно было циклонами Оверсира сбить. Конечно, Нидус там второй все равно успел запилиться, короче. Вот. Но тогда бы Баншип с Инвизом бы точно были бы. Плюс, короче, Оптимус знаете в чем затупил? Вон этот... В общем-то, прикол в чем? Короче, этот...
Баншип под инвизом более. Плюс один циклон стоял просто у Оптимуса. Если бы он два циклона подвел в этот момент, тогда бы, короче, бы, скорее всего, может, успел выбить. Так, у меня на стриме Тимати рекламирует Лейс. Ну, рэпчик-то у Тимати говно, не то, что у меня, как бы, понятное дело, и у нас тут в чатике бывает. Но я ему разрешил, потому что StarCraft-то, ну, должен поддерживаться как-то. Пусть хоть Лейс тут рекламируется. Ладно, короче, ребят, все тут понятно. Так, Оптимус 1-1. Третью хатру ставит. Оптимус опять гелик начинает ездить, банша делает, тут лейер пошел. Роуч ворона не наблюдаю пока что. Собаку тру 3, блин, какой тру рисковый просто, я бы даже сказал не рисковый, он обнаглевший просто чел вообще. То есть просто можно с любого направления въехать сейчас и тру нажечь, дофигища юнит, реально. Но Оптимус предпочитает опять хату попытаться выбить. Боят ли тру защищаться, я не знаю вообще. Понял про ракету. Вместо какого самолета? 30 лет. Куда ты? Куда? Про что говоришь-то? Не допонял еще. Самолет, ракета, шляпу. Так, трансьюзы. Теперь трансьюзы есть. Слушайте, а инвизу банши есть? Нет. А инвизу у банши в этот раз-то и нет. Здесь Рейвен погнал. Слушайте, я уж думал, мех, нет, две факты все-таки не био, точнее, не две факты, все-таки не био. Так, Рейвен на мейн харас. Опа, поехали гелики на вторую. Не-не-не, тут вообще дичь какая-то. Зато на третий не дичь. На третий можно поджечь немножечко. 5 дронов уже минус, кстати. Запрессовал тут королеву баншую, я смотрю. Оптимус отведи ты, ё-моё, всё нафиг отсюда. Так, здесь продолжает попытки нажечь. 9 дронов минус. Ну, кстати... Ну, этот раз, конечно, и с потерями, и не так много, но, опять же, все равно тут как бы получилось зайти, нажечь чуть-чуть. Так, заезжают гелик. Опять автотурель на мейне, на второй вообще утру ничего не прикрыто. 11! 13! Все горит вокруг! 16! Ё-моё, блин! Это вообще звучит очень больно и жестко. Так, еще получится сжечь? Нет, это больше не получилось. 16, мимо залп прошли вообще. Вместо Боинга на ракете. Куда лететь-то, я не понимаю. 30 лет вот собрался-то вообще. Я просто не понимаю, почему ты это пишешь. 30 лет. За 30 лет далеко можно улететь. Даже на современных ракетах. Вон, Voyager, это сколько улетели. Нормально улетели. Так, минус 7-8 против дронов. Сингапура в Лос-Анджелес. Через червоточину в районе Юпитера, что ли, я не понимаю. 30 лет.
Или 30 минут, может. Ну что ты, Лунтик, не вылезти тебе там, что ли? Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Жарко на окне. Шкуре жарко. Иди воды попей. Язык на бок, блин. Жарко чалику становится. Лето пришло, братан, лето. Но летом тоже хорошо. Водички хорошие. А ты зимой покупаться, чалик, может и зимой покупаться так-то. Так, ворверсиры летают, они что, застирают сюда, срут на фактур. Вот зергераса такая, вообще БМная раса, неуважительная, я бы сказал. Караптеры ссут, эти срут, блин, везде, ну что это вообще за дичь, короче. Пришел выход, 148, 144, в этот раз решил исполнить оптимус тайминг до вайперов, это успешный тайминг, я вам скажу. Только надо сканить побольше бы и выбивать бы оптимусу крип, и танки-то передвигать не мешало бы, а он просто сидит и ничего не делает вообще. Ну и что это? Ну, проатаковал, а дальше-то будет развиваться успех-то этот или нет? Всего мероприятия. Вот видно же, что где... Вот видно же, потому как крип пропадает, где есть крип-туморы. Кинь-то скан-то, ё-ма. Тут же вижен на все, блин. Так, зеленка по викингам. Вайперы имеются в наличии. Викинги еле живы друг друга жечь начинают. Три лопнуло в итоге. Ну, обложил тут оп. Блин, ну тут прирост видно. Все видно. Неужели, блин, я не понимаю, не, внимательности не хватает. Видно же на карте, где крип. Хотя другое дело, тут все пересиджить надо. Контроля много с какой-то стороны, да? Но, так, танки здесь, кстати, рассиживаются. В тылу не получится танки, кстати, убить. Легко достаточно. Викинги вот сагрились, полетели, отдались. Падает гидроденс. На гидру все грейды есть. Нет, скорости гидре нет. Например. Вайперы где? Вот они зеленые. Так, энергичнее много у вайперов. Танки как-то близко друг к другу сижутся. Меня это беспокоит. Возвращаются рощи назад. Так, пошла зеленка. Слушайте, а зачем дор роуще идет вперед? Я не понимаю, тру. То есть все, вайперы погибли, зеленка кончилась, роучи пришли, когда уже все, зеленки нет, а они превращаются в шлак, в фарш, просто в... размотало их нафиг, короче, вообще, этими залпами, и все плохо утру. Что тут и говорить, все плохо. Су-41-110, похоже, 2-1 оптим. Очень плохо все утру, ребята. Так, ну к Оптимусу опять пришел. Минус вайпер. Это он так мерзко орет, когда что ли погибает. Визжит так противно. Ну, зерк, что тут говорить. Опять, короче, Оптимус стал здесь. Половина вырос. Почему так прирост медленно подводит? Ну, блин. Сейчас же зажал колбата тут танк, кстати. Не, ну тут труп полная осаде, конечно. Тут даже Стивен Сигал не поможет, ни хрена. Это он, специалист, 17 дронов минус. Никто не уехал на золото, ребята. Это жесть вообще. Так, пошли вайперы. Ну, этот раз, ну, тут всего 7 танков, поэтому это все будет отбито, конечно, достаточно легко. Тру. И то разморозились от зеленки.
получилось немножечко настрелять здесь. Ну, здесь еще группа 157-117. Ну, а выдвигаться вперед. Третья атака уже у трупа, у Оптимуса подъехала, блин. Гелики вперед. Почему они не гелики-то? Видно же, что там у Зерга армии вообще на последнем издыхании вообще там бьется, как бы. А Оптимус не хочет поехать всеми. Так, приехал на золото, увидел золото. Так, синее пламя есть. Плюс, так, третий грейд на атаку наземную, да, делается. Можно воздушный грейд заказать, в конце концов. Три старпорта работают, я не знаю. Две банши строятся. Викинги строятся. Пятая база есть. То есть Оптимус решил просрать 15 гиллионов, чтобы сжечь там 10 рабочих. Вместо того, чтобы прийти и убить. Ну зачем это дебилизм нужен, вообще не понимаю. Бля, ну сделай ты нормальный выход просто человеческий. Нахрен ты геликов, сука, вливаешь сюда. Нахвалил Оптимус что-то я. Месторождение меня. Зададим им жару. Пристройка завершена. Разработка завершена. Полный вперед! Наша база атакована. Ваши войска атакованы. Ну это щи, короче. Так, ну что, тут уже резко.
Так, ну что, пилю рекламу, ребят. Всех еще раз приветствую. У нас уже почти 300 челов на ГГ-плеере. Так-то уже больше 300. 300. Вот. Ребят, приходите 14-го на турнир. Завтра я уже уезжаю. Оптимус против Солара. Сразу же матч начинается, соответственно. Резко как-то стартанули, потому что долго играли. А, так это все, это матч за первое место. Слушайте, и все, я свободен, словно птица в небесах. Сегодня что-то все 2-0, 2-0, 2-0, только Оптимус против Тру. Это матч за первое второе место, тут эти два пацана, собственно говоря, и вышли из этой группы. Ну и пока у нас плей-офф вышел один проц, три зерга и два тирана из вот всех, короче, здесь. Макс от 0.4, 0.8. Раньше Макс от нищим таким стал. Раньше хороший был игрок китайский от Макс. Так. Вот. На турик приходите обязательно. Завтра я уже стартую. Ну и помните про отблочки, подписывайтесь на премиум, пойдешь у меня мой канал по возможности, естественно. Вот. Спасибо всем, кто так делает. Ребята, поддержка, я имею в виду. Завтра, наверное, группу D я постримлю этого турнира. Все равно поезд 19.30, как раз усну там. Успею потом закруглиться, собраться и поехать, как бы. Вот. Сегодня пас, после этого всего дела. Да сегодня и ни хрена. А, ну БТСЛ Европа есть, ну. Хрен с ним, с этим БТСЛ. Так, ну да, вот самый интерес получается матч. Так, по... Сейчас я даже скажу вам, секундочку. 6-0 по картам Solar, Optimus 6-1 идет. То есть, как бы, никому они не проиграли матч. Только одну карту сейчас Optimus отдал True. Ну и посмотрим, Solar это посерьезнее, чем True. Вроде как пацан будет. Но True в последнее время тоже в неплохой форме. Может, конечно, он на расслабоне на этом турнире играет не очень удобное время. Там и т.д., и т.д., и т.д. Уверен я в этом, ну, я в этом не уверен абсолютно, почему так получилось, как бы. Но Оптимус молодец, он прикольно шатал, рабочий жёг. А в этот раз и билд у него какой-то другой уже, кстати, смотрите. Здесь циклонов колба, циклонов геликов, да, старпорт на лабу, но... Вот вообще этот билд хорошо получается, конечно. Вместо старпорта, если поставить армию, старпорта держать немножечко. И тогда, вот мне очень понравилось, как-то кто-то играл, я помню... Тогда к циклонам вот этим первым приезжают гелики, они сразу в хеликов, в хелбатах начинают трансформироваться. Гелики в хеликов, вот я леплю тоже. Ну и... Так, какой-то бодрый линк сюда бежит. Минус линк. Ну и как бы их тяжело отбить голыми собаками, а к этому моменту обычно только линги, короче, присутствуют в наличии. Так, тут собак что-то много. Смотрю, куда ты, Оптим... Въехал в стройку Оптимус. Здорово, Квейкер. Что это за хрень такая фиолетовая летает вообще? Так, бегу. Да мне пока и турников с брусьями хватает. Если все пойдет норм, то через как с Москвы вернусь, я начну бег. Раз погода хорошая уже началась. Чуть-чуть бегать начну и да и в зал потом планирую тоже полететь, как бы. Но это в перспективе, когда форму хоть поднаберу. Сейчас пока что там, блядь, напрягаться, как бы. Ну, то есть надо самому начать, как бы, все делать, а потом уже, в общем-то, развиться в этом плане, потому что такой шляпы, ну, я много понимаю, что кто-то там в зал идет, что просто деньги заплатил, типа. И ответственность была, как бы, ну вот. А то забьешь, типа, короче. Ну, я на самом деле это не мое, как бы. Потому что если я хочу забить, я забью в любом случае. Как бы, вот, надо самому себе цель поставить, да, все будет норм. А там хоть даже и без русских турников на полу можно раскачаться нормально.
используя силы тяжести земли. Короче, прибегают линги, прогрызается Цен, заходят на ХГ, гелики возвращаются, а надо было Солдеру собак отдавать все до атаки. Ну, ЦЦ ход отменил, но здесь-то уже идет до пуш. Здесь уже рачи, там уже королевы, блин, правда, три роу еще могут слиться, королевы вообще придут. А чё Солдер не понял? А, он передумал. Чё Солдер такой? Королева уже почти дошел до тирана, такой, я передумал. Отступаем. Так. Ну, этот матч решает. Этот матч решает, попадешь ты на первое или на второе место другой группы. Ну, кстати, кто там у нас первый, вторые? Ну, первый Денвер Нерч. А вторые Ютермал Денвер. Ну, так, да, как-то не особо. Может, Ютермал даже опаснее будет, чем там эти другие все. По сути, хз, но тут-то зависит от предпочтений самих игроков. То есть ты, допустим, тренишься, ну, допустим, ты Оптимус там или Солар, ты играл там с тем же Ютермалом и кем-то еще, и ты знаешь, кто для тебя опаснее, ты будешь стараться, может тебе наоборот со второго выгоднее выйти, как бы, вот. А, Капа, да я смотрю, что-то рожа знакомая, просто не помню, что это за чел. Что это за мужик такой, я не помню, как бы, но помню, что он есть. ГГ, Оптимус пишет. Походу, вот как раз Оптимус и... Оптимусу и пофиг, как раз, походу, тут все. Так, ну что, ребят, Solar 1-0, вторая карта, да, видимо, Оптимус так уже не парится особо, это три барака, короче, пошли, то есть это чисто марики с трех бараков, это чизенческис, ребятки. Вот, обратите, кто, кстати, не видел, сегодня я уже рассказывал про это.
Ну я вам покажу, я стоп-старт сделаю. Обратите внимание на сетку ВЦС вчерашнего. Hellraiser Respect прошел туда, добавился к Блаю в челленджер, что не может не радовать. Ну а Вердос просто, блин. В матче против Клема за квоту в лузерах 1-1 счет был, 0-1 проиграл, сравнял счет, но все-таки отлетел 1-2. Я вчера даже игры посмотрел, вот эти как бы, и маленько расстроился даже, обидно. Конечно, Вердос молодец, молодец, то есть, по крайней мере, мы видим то, что наши уже борются и стабильно в топ-16 Европы стараются входить, как бы, это очень круто. Так, это не просто 3 барака, это 4 барака, ребятки. Ну, не знаю, не знаю. Солар пока ничего не обнаружил, что ЦЦ-хи нет. Ну, сейчас он обнаружит, он поймет, как он отреагирует. Я понятия не имею, если честно, в данный момент. Ну, скорость собакам он закал, 4 линга он закал. Здесь уже мариков 4 штуки, плюс 3 еще так, 7 будет. Ну, вообще, шансы, мне кажется, у Оптимуса прекрасные, чтобы продавить. Здесь очень много боевого лимита, и этот боевой лимит ультимативным является на данный момент. Почему? Потому что у Солара... Ну что, у него нет технологий. Мариками катить собак можно вообще в легкую. Тем более есть рабочие, которые танкануть могут. Так, одного застрелил пса. Не пса, а линга. Это пес войны. Это зерлинг, блин. Начинается кайзинг, Оптимус как-то криво тут контролит. Да видел уже плетку, ё-моё, чё не пошёл? Ну хотя там до плетки не достать, да, скорее всего было. Но если это вкопается пуха, то все тут, короче, гигантчик. Хотя кайзинг хорошо, Оптимус. Слушайте, а чё ушёл-то? Тут можно было еще стрелять. Так, плюс 8 собак. Но это, ребята, ГГ, это 2-0 Солара. Я уже тут с уверенностью на 99% это говорю. Тут трансфьюзы то, что есть. Здесь скорость собакам готова. Линги все делаются и делаются. Здесь не продавить уже ничего, к сожалению, ребят. Плетка тыкает. Это 5 уже юнитов, она затыкала 6. ГГ, что Оптимус? Да, он, походу, может, со второго и хотел вообще выйти, не знаю. Потому что там, ну да, кстати, а что там Денвер? Там нерчики, либо, ну, то есть там зерги на первых местах, а там проц ДНС и Ютермал ТВТ. Я теперь понимаю Оптимуса, он не хотел выходить, скорее всего, с первого. Все это можно было понять, на самом деле, до того, как все это, короче, произошло. Так. Так, ну что, ребята, давайте сейчас я стоп-старт скоро буду делать, потому что расскажу вам, что завтра будет происходить. Блять, опять топс. Короче, зависает топс что-то, а? Бесит меня прям, как он зависает, блин. Такое бывает, это надо, блин, перезагружать комп, чтобы этого не происходило просто. Вот. Что он начал лагать, то он уже будет лагать. Давно я это замечал. Вот, ребят, завтра, короче, группа D будет в то же время, в 14:00 по Москве начнется. Участники следующие. Кин, Мана, Импакт, Креатор, Пак. Три корейца здесь будут, американец и Мана. Ну, мне кажется, более чем интересная группа, как бы, из всех вот этих. Тут интрига какая-то должна быть в группе D. Так что приходите, я перед поездом стриману, и завтра уже еду в Москву. Вот. Ну, а на сегодня... Сейчас я стоп-старт сделаю, ребята. А, ну давайте, ладно, давайте я, короче, просто, чтобы в записи тот, кто смотрит, ну, тоже увидел, короче, потому что интересная, как бы, на самом деле, новости. Мы уже смотрели, как бы... Я извиняюсь, что-то чихало, подтверждало про интересность. Вчера, ребятки,
Давайте, вот первая квалификация была, соответственно. Прошли на ВЦС, то есть 8 игроков уже есть на ВЦС, 3, 4 игрока по ладеру, 4 игрока по результатам этого ВЦСа предыдущего, насколько я помню. Вот Вердос говорил. Короче, по результату турнира. Прошел Мана в первом... вот в сетке, в первом квалификации она была позавчера, получается. Вот, убил Хейтми, Дрога, Снута. Вот. Прошел Блай, красавчик. Пробью ТНЗ, Вердоса и ДНС. ДНС и Вердос, вот, наверное, самые сильные игроки здесь были. Блай, красавчик. По Венерам уверенно. С лузеров Дрога упал, убил Стефана, прошел, молодец. Ну и Старбак неожиданно нагнул всех снизу. В этой части сетки Арктур бился. Ну, не повезло немножечко. Это первая квали была. Ну, а вчера была вторая квалификация, ребятки. И очень жаль там, конечно, что не получилось. Кое-что, значит, расскажу все. Стефана взял свое вчера. Кстати, вот браток был, бился. Улетел от Стефана, к сожалению. Вот. Присутствовали в сетке много игроков. Клема, кстати, он победил. Присутствовали в сетке еще наши игроки. То есть Неразим здесь бился, отлетел от ДНС. Киллос тут Арта убил, кстати, от ДНС тоже свалился в лузера. Ну и красавчик Hellraiser убил Намшара, убил Space Marine. Space Marine какой-то он Вердоса выбил каким-то образом, я чуть не понимаю. Звенирок мог Вердосу до сюда прям дойти. Но это ничего особо не поменяло. И убил ДНС Hellraiser. Получил квоту, за что ему респект. Второй СНГ игрок вообще. Вот. Так. История с Leaf on eSport. Ну, был Кирилл, там рассказывал. Как бы я свою позицию озвучил. Ты, по-моему, был тогда, когда я озвучил-то. На GSL супер турнире в какой-то записи там есть между какими-то матчами, я уже не помню, уже забыл про эту хрень всю, как бы. Закончилось тем, что чел, конечно, шулер сам там, в общем-то, ну и пытался, как бы, дело Кирилла, что там ему делать, то есть. Кирилл предупреждал, что ему не надо делать вилки, я так и не понял, что там полностью суть вилок этих, как бы, ну вот именно профессионально, как бы, ну все примерно суть понял. Кирилл его предупреждал, он проигнорировал, как бы начал делать опять. Ну и его забанили. Другое дело, что он выиграл, как бы, уже бабки. Я ему сказал, Кирилл, что надо было банить, если он такой, ну, как бы, чел, надо было банить сразу, как бы. Ну, а он к нему там, типа, человеческий. И этот шулер решил еще меня чем-то там запятнать, как бы, ну. Хотя я слил он из порта, ноль денег имею. Мне Кирилл два раза там, нет, три раза, $5 присылаю. Просто по фану тыкал туда ставки, поэтому и говорил, что вот есть слил он из порта, короче. Где никто вообще не жаловался никогда. Он спайк свидетель там и т.д. Вот, короче. Все, на этом тема, ладно, эту тему проехали. Короче. И Вердос, вот, смотрите, в лузерах. ДНС тоже свое взял в итоге. Упал в лузера. Убил Ваню. Убил Фира, из которого на GoFoSK забанили. Даргидру. ТЛО проврил. Арта проврил. И с Клемом проигрывал 0-1. Сравнял счет. Я вот эти игры уже смотрел там ночью. Пришел с женой. Все равно в кино ходили. Вот. И, к сожалению, отлетел 1-2, ребят. Вот такие вот дела, ребят. Всем в записи будет смотреть. Респект. Приходите 14-го в Москве на турнир на LAN. Сейчас, если стоп-старт делаю, все равно без задержки вернусь. Погодите секунду.